Вот мы 25, наверное, 26 сегодня. Вот это у нас Лариса полет. Дарья приехала с Евсевием и Ездрой. Сегодня какое число? 25. А. Говорят, 25-е. Да. 25-е. Кто это пришел к нам, а? О, радость наша. Вот так, он тут запнется, упадет. Травы много сухой. Ну, пошел. Это наш сибирский ездор. Серьезный растет мужик. От Евсевий. И мать Дарья. Вот как. Иди, говори. Комариков сгоняй только. Она тебе покажет, где помочь. Вон, видишь, как она у нас делает? Ползет. Или будешь со мной помочь? Я на боку лежу. На боку подо мной вот такой, ну, мешок пустой. Дай руку. О, какая двухместная ракета. Там домик. Это он гоняет мушек. А дядя Вова поливает. Вот видишь, комариков сколько. Это вот у него машина такая. Прав не требуется. Сказали, передали нам, что едут 30 человек будет. 30. Мы за два дня приготовили кровати таких. 30. Господь благословит. Ну, как нары. Матрас, одеяло, подушка. А простыни, наволочки, сказано, чтобы сами приносили. А рвать не надо. Не надо рвать. Это не вырастет ничего. Подсказывай ему, что нельзя это делать. Надо на травку. Какая трава? А просто рвать. Это не будет арбузов, не будет капусты. Пойдем, я покажу. Вот так. Давайте, попроведайте вон бабу. Да, вон она растет. Ларису. Смотри, чтобы она не нырнул. Пошли к Ларисе. Ну-ка. Вот по ней пошли как. О! Вот она, русское поле. А то мусульмане. Мусульмане-то. У нас взяли одеяние. Первые христиане всегда так одевались. А я не могу уже до конца дойти грядку. Ноги не держат, на боку никак. Это травка такая, можно сорвать, скажи, такая, рядом. Дальше никак, она вот это можно. Сорняк, называем у травки сорняк. О, дядя Вова поливает. Что тут? Не поймешь, тыкву, не тыкву. Вот такой мотороллер. А это вот рядом Камагориха, лагерный пункт. Назвали Гальян море. Гальян море. А это соседи, труженики господни. Скотинку держат. В деревне ты не будешь все время спать, лежать. Это уж такая сыворюга какой.
Махинатор какой-нибудь, махинатор самый. Вот я здесь не дошел маленько. Вон грядка куда идет. Ползу. Вон она, Лариса наша, гимнастика занимается. А вот она, наша Дарюшка. С хлопцами своими. А там были Малютины, дом этот купил, милостью Божией. Вот Иван здесь пытается поселиться. Благослови, Господи, Андреева дочка за ним, Лисавета, труженик.